Здорово, парни! А вот такой вопрос. А давайте-ка мы с вами попробуем, да, баннер с ссылками в левом углу верхнем на дружественные каналы. Ссылки также в описании для тех, кто смотрит с мобильных устройств. У меня уже язык заплетается от этой однообразного толдычения. Давайте-ка мы с вами попробуем. А возможно ли распечатать этот конверт, скажем так, при небольшой хитрости? Мы сейчас его феном прогреем и посмотрим, отклеится он или нет. Короче, полноценный нормальный фен мне никто не разрешил взять. Сказали, куда мне идти и что там делать. Пришлось на балконе копать вот эту рухлядь старую, которая, блядь, еще и травмоопасный. Ну ничего, думаю, если он худо-бедно работает, эксперимент пройдет удачно, но только в пользу кого неизвестно. Или Почты России, или еще кого-то. Тупо нагреваем горячий воздух, мы посмотрим, отойдет это или нет. А воздух реально горячий, аж пальцы поджигает. Ну, в принципе, видно, что как бы вскрывается пакет, да, от горячего воздуха. Клей часть остается здесь. В принципе, уже можно проникнуть вовнутрь и что-то достать, если аккуратненько. Ну, давайте попробуем его уже вскрыть до конца, чтобы, так сказать, эксперимент был полный. Короче, как-то так. При помощи обычного фуфлового старого фена, который пора выбросить бы, ну это из-за своего, скажем так, скопить домочничества я его просто не выбросил, а он лежал на балконе. И видите, как бы он сгодился, друзья. Не надо меня считать хламщиком. Давайте подведем итог. Могут ли на Почте России, ну я не знаю, там или Белоруссии, вы понимаете, к чему я клоню, вскрыть пакет при помощи фена? Я думаю, могут. Такого говна, как у меня, в принципе, да, наверное, достаточно у всех. А какие мы имеем потери при вскрывании пакета горячим воздухом? Вот это вот, то, что здесь надорвалось по перфорации, от отсутствия, скажем так, сноровки. То есть это я делал первый раз. И у меня так и получилось. Если, друзья, я этим буду заниматься каждый день, еще и по 4 раза в день, то, наверное, у меня будет это гораздо быстрее происходить и более качественно. Видно ли здесь, что пакет скрывался? Так, мы сейчас аккуратненько это
аккуратно, главное, все делать. В шпионском деле главное аккурат. Видно ли, что пакет скрывался? Не знаю, давайте мы его сейчас обратно закроем и уже оценим, как это будет заметно, что скрывался пакет или нет. В принципе, вот это мы можем подвернуть, чтобы нам было с вами гораздо удобнее, так как это не видно. Но, в принципе, как-то так. И вот пришел пакет к человеку. Это я сделал, опять же, неаккуратно, но при определенном навыке, при определенной сноровке, сами понимаете, что заклеить пакет ровно проще пареной репы. Здесь даже не видно, что он на перфорации оторвался. Понимаете? Вот пришел ко мне пакет на почте. Ну, как бы не сразу обращаешь внимание на это, то, что как он запакован или как он что. Почему? Потому что, во-первых, я забираю с почты сразу не одну посылку, а несколько. Бывает 2, 3, а то и 4. Едет всякая лабуда, что с Китая, что с России. Ну, с России в основном ножи. И проектные, и непроектные. Так вот, итог такой. Реально ли открыть целлофановый пакет? Реально открыть. Реально ли это сделать незаметно при, скажем так, определенной сноровке? Конечно, реально. И, в принципе, вам я это сейчас показал. Просто, как бы, первый раз. Давайте потом еще посылки придут, третий, четвертый раз мы с вами потренируемся и попробуем уже конкретно, как это у нас получится. Реально ли закрыть этот пакет вторично? Да, друзья, реально. Так что, в этой ситуации мы с вами никакой правоты не добьемся. Единственное, что это, как бы, для перестраховки. Оценивать посылку в цену, скажем так, стоимости товара, который там лежит. Делать тщательную опись, там, пропись, протокол, я не знаю, как это называется. И то есть получается, что мы приходим с вами на почту получать посылку с объявленной ценностью. При работнике почтампа мы должны ее вскрыть, посмотреть опись, сравнить, да? Но обратите внимание на самое главное, то, что на почтах в большинстве случаев очередя. И я думаю, что таких вам хуев в спину натолкают люди, которые сзади получают с Китая вот эти желтые странные конвертики свои, не пойми, с какими-то побрякушками, но которые один хрен стоят, ждут. Сами посудите. А вы, наверное, обратили внимание, как Почта России у нас работает. То есть сидят две девочки, которые отдал 4 уведомления, и девочка может минут 15 искать эти твои посылочки. А тем более, если эти мелкие конверты, опять же, из Китая, то, друзья, может и 20 минут прорыться. Ну да ладно. Палец вверх, кто не ставит, тот вонючка. Кому не понравилось видео, ставим палец вниз по старой доброй традиции. Это тоже понимает рейтинг канала и видео в целом в топах. Засим прощаюсь, всем удачи, всем пока.